I need to know more. Я должен знать больше. Тогда чё? С кем с вами? Бросив кадр поставить? На что? Да я не понимаю, что я жму, блядь. Я не понимаю. Это не у меня. Очень похоже было на то, что... Похоже было на то, что у меня. Что-то мне уже страшно, если честно. А нахуй так резко, блядь? Слышь ты, у**ан. Резко дверь открывать, блядь. Слышите, а у меня как это, лампочку включить? Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на LolSteam. Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт — это LolSteam. LolSteam — купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Сука. Что-то как слишком быстро, нет? Я боюсь. Это Мишка Фредди. Как фонарик включить? Нет, на F не работает. Может, у меня компьютер сломался в реале.
Что происходит? Ой. Да, мне кажется, я сейчас дернусь очень сильно. Не надо пугать меня, дяденька. Ой. Чё за хуйня? Я не буду трогать компьютер. Creator, I have constructed this scenario just for you. I believe you call this a game. The rules should be familiar to you. Чтобы выиграть, найди медведя и ослепи его. Сделай это до тех пор, пока часы не сделают полный оборот. Да, фонарик не работает, блядь. Да как его зарядить-то, блядь? Ладно, погнали. Блядь, нихуя не вижу. Да, что такое? Какой пить, Алин? Я играю. Нет. 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 Не. Давай. У меня фонаря нету, я не понимаю. Это чисто. Пола, кстати. Ой. Shit. Всё. Батарейку, блядь. Да где ее найду? Я тут ходить не могу.
Что, он не зарядился? Как его зарядить? Остался вот этот еще один. Так, 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 так. Скорее всего, вот тут. Да может, я мудак какой-то, я не понимаю, как его зарядить. Заряжается от щитка, тогда что мне Ну, страшновато, блядь. Но я думаю, она в конечном итоге. То есть она не так страшна. То есть сначала я пи***ц на боссерно стоял. Но я думаю, она потом со временем просто перестанет быть страшной, когда ты все заучишь. Не смотри на кроликов, Фокс любит прятаться. Я не знаю, просто лор основной. Так, чисто. Тут чё? Открой шторы. Какие шторы? Но справа от компьютера. Я его случайно зафлешил. Даже не увидел никого. Оп, стоп.
Так. Чуть не понял, тут есть кто-то или нет? Сука, какой скримак жесткий, Кролик? Кролик это или кто? Его надо пугать? Свети, говорят, ладно. Кто это? Что с ним делать?
Я понял. Блин. Такс. Иди сюда. Кто-то в хату залез, слышу. Могу светить. Не светит. Кексы ищи. Какие кексы? Шкафы кексы. Но это откуда я знать-то должен был?
Unlock. Unlock, прибежал просто, потому что я не доглядел за камерами. Но, тем не менее, я уже даже неплохо справлялся. И все испортила вот эта птица, которая вылезла. Я даже не знал, что там кексы какие-то надо собирать. Такая прикольная на один раз. Хорошо держался. Я уверен даже был, что последний раз осталось его ослепить, но просто у меня заряда не хватило на фонаре. К сожалению. Я уверен, что последний раз осталось.